основана на реальных событиях, записанных в книге Мормона. Еще одном свидетельстве об Иисусе Христе. Я увидел другие толпы, продвигавшиеся вперед. И они подходили и хватались за конец железных перил. И они продвигались вперед по своему пути, постоянно крепко держась за железные перила. Пока не подходили и не падали ниц, и не вкушали от плода дерева. Многие тонули в глубинах источника. А многие исчезали из виду его, блуждая по неизвестным дорогам. И велико было множество тех, кто входил в то странное здание. И после того, как они входили в то здание, они презрительно указывали пальцем на меня и на тех, кто также вкушал от плода. Но мы не внимали им. Ибо все те, кто внимали им, отступали. Ламан. Лемуил. Ламан и Лемуил не вкусили от плода. Я не понимаю. Я чрезвычайно боюсь за вас, сыны мои. И я умоляю вас внимать моим словам, чтобы Господь, быть может, был милостив к вам и не отверг вас. Прошу вас, соблюдайте заповеди Господа.